Грибы спасут человечество. Они с ним воюют, они его где надо Вау. побеждают, но как инструмент на самом деле вытаскивания из чего угодно, из экологических катастроф, из проблем с питанием, со здравоохранением, с синтезом новых материалов, с нанотехнологиями, да, с чем только не. Вот реально грибы это то, что в ближайшие несколько десятилетий, сейчас это уже началось, и это будет колоссальный тренд, и я рад, что еще вот по ходу своей жизни, да, я не настолько старый еще, я точно знаю, что я все это застану. Грибы нас спасут, и грибы нам помогут. Мы должны научиться с ними договариваться. В хорошем научном смысле этого слова.